This is his debut fight. He stands 177 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan, қарсы алыңыздар, Жігер Қазақ! This is his debut fight. He stands 173 centimeters tall. His weight 61.2 kilograms. Fighting out of Almaty, Kazakhstan, Ерасыл Нығмет! Мені мұқият тыңдаймыз, ережен білесіңдер, ережен бұзбаймыз. Қоғамға сатып. Сәтлік. Ну что, друзья, со звуком сирены начинается турнир Найза 58. Сегодня со мной в комментаторской рубке Фаниль Нагай Рафиков. Фаниль, приветствую. Ассаламу алейкум, Миша. Ассаламу алейкум, хурмита казах иля. Да, сегодня мы присутствуем на турнире Найза 58. И здесь у нас уже без разведки начали два дебютанта. Молодые и горячие ребята, 18-19 лет. Ниндзя против Мукагали. Бой, я думаю, что, знаешь, не пройдет всю дистанцию, потому что ребята, наверное, и горят. Это их первый большой турнир. Они его открывают, и видно прям сразу, что еще, знаешь, как скажем, зеленые бойцы, но при этом, возможно, это будущее Найзы. Да, зеленые и горячие, да, такие. Сколько уже завязок было, сейчас даже вот столько много сумбура, вроде бы мы и видим, да, но на самом деле сейчас, возможно, будет позиция какая-то, где можно будет закрепиться. Нагмет Ерасыл сейчас занимает, да, позицию. Бэкмаунт наносит удары, да? Такие да, тяжелые жесткие. Удары по Жигеру проходят. Вот, да. Растягивает его. Растягивает своего ситуация соперника. Тяжелая. Очень много урона уже получает. Хотя вот получается ему немножко перебороть позицию. Но спину забирают да, шею. Бэкмаунт занимает позицию. Сейчас, возможно, будет сабмиссион. Нет, пока что обороняется. Пытается вроде контроль ногами. Но возвращается в ту же позицию и опять начинает получать урон. Теперь да, у него да, уже да, руки да. заблокированы. Да, такие жесткие да, тычки вроде. Вроде бы и сейчас пошел удушающий. Ну, вроде или не плотно нет? пока. Кстати, удушка, защита от удушки в стиле Фаниля Ногая Рафикова. И она, кстати, работает. Да, да, сработала. Но здесь... Ой, тяжелые локти. Да. Нагмет и будет наносить удары. Да, надо что-то менять сейчас, конечно же, Жигеру, иначе вот, наконец-то он встал, потому что был он в тяжелой ситуации, сам пытается перевести, но бой возвращается в стойку. Да, в стойке происходит сейчас бой. Интересно будет посмотреть на функционал этих двух бойцов, да? Вроде за 2 минуты прошло, но очень много событий. Ну да, и приятно на самом деле, что Кызыр Жигер по прозвищу Ниндзя, он не сдался, и хотя был там в тяжелых позициях, продолжил драться, не сдался. Менялись мидл-киками сейчас и проход от Нагмета. Да, сейчас опять проход. Две ноги от Нагмета Ерасыла. И видно, что он в аспекте борьбы превосходит своего соперника. Да, уже неоднократно переводил своего соперника. Сейчас Ерасыл в очередной раз провел тейкдаун. Сейчас будет улучшать свою позицию. Да, в общем, борьба такая больше трудовая, нельзя сказать, что техническая, то есть не супер какие-то интересные. Да, очень много сил тратят по бойца, и слышно сейчас даже, как дышит. Опа. Ну да, и надо не забывать, что действительно это их дебют, большой турнир. Поэтому, возможно, ко второму раунду уже много сил подрастеряют. Но думаю, что все-таки, наверное, ко второму раунду мы с тобой подойдем. Не думаю, что будет какая-то досрочка. Ну, ребята да. терпеливые оба. Оба терпеливые, еще и Хазар Жибек показал, да, свой характер. Опять тяжелый удар. Попадается на удушающий. Вот сейчас, кстати, опасно. Смотри, задняя рука. Да, реал накичок будет. Аргон, солнце. Видно, как тяжело, да, Жигеру терпит пока что. Вроде рука полностью заправлена, да? Ну нет, у него, в принципе, есть еще пока что. Вот сейчас только сказал, и уже стало чуть поменьше места для воздуха. Но, в принципе, защищаться пока еще отсюда можно. Да, да, контролирует руку, но, думаю, сейчас уже все тяжелее это будет да, делать. Да, растягивает своего соперника Ерасыл. В принципе, все правильно делает. Единственное, что, наверное... Не заправляет вторую руку. Да, вот нужно второй заправить. Руки не хватает ему, но просто изматывает. С другой стороны, сам отечет, не знаю, минуты еще осталось. В принципе, времени ну на да, удушку очень должно много хватить. Сумбура. Да, напомним, ребята молодые, 18-19 лет. Первая их проба в профессиональном ММА. Он там плотно стоял. Да, и вот теперь...
Хызыр сверху. Эй, что значит, у тебя ремень вставал, а я на стой, Ян. У них вообще какая-то предыстория, насколько я знаю, да, у этих двух бойцов. По любителям, возможно, встречались три раза. И когда один о другом узнал, соперники, да, уже сразу они согласились на короткое уведомление. Ну вот и мы видим уже усталость, то есть уже сложно себя защищать. Ох, такой рассыл. Неприятный удар в корпус. О, еще один. Туда же. Еще один. Да, и по-моему уже... Да, да, еще все. Один. Если... Ой, ну все-таки хороший удар по корпусу, хорошая серия по голове. Да, и сейчас, вот сейчас, конечно, не спасается в борьбе. Хорошая концовка. Соперник, когда мог взяться другой соперник, но нет, хотят победить, хотят себя да, показать. Оба. Видно желание, видно, что хотят зарубиться где-то по уличному, да, так можно просто так сказать, драку войти. Вот. Еще один. Хайки, да, мне кажется, что Козырь понял, что, в принципе, удары с ног проходят. Да, с другой да, стороны, Ярасыл... И то с ручек начали удары заходить. Да, Ярасыл понял, что у него борьба проходит. Да. Ну и видно, что функционально больше свежий вышел, да, на второй раунд. Да, тяжелые удары. Ярасыл пытается спасаться в борьбе. И вот, наверное, зря пошел туда Жигер. И вот просто сам позицию упустил. На самом деле, никакого перевода не было, мог устоять. Хотя сам что-то пытается сделать, походу, выход на треугольник. Даже за этим Сумбуром, да, не успеваешь его комментировать. И вроде такая позиция хорошая была. Ну Жигера. Да, такой хаос против хаоса. Ну хотя нет, вот треугольничек. Накинул. Подхватывает ноги. Ну, в первом раунде мы видели, что... Ой, сразу же переход на арм-бар. Хороший треугольник. Ну да, хороший треугольник такой. Смена на позиции. Все, постучал. Молодец, Кызыр. Жигер. Да. Слушай, он вышел в повязке. Winner by submission, fighter of the blue corner, Jigar Khazar!